Всем здорово, ребят. Ну что, теперь мы с вами пираты. Насколько я понял, давненько я уже в Бравл не забегал, не играл. Чё за хрень от наушников? О, подумал уже, блядь, что-то выросло. В общем, поехали, посмотрим, что за обновление интересное анонсировали, или что будет куча мега-вау всего. Сейчас посмотрим. Так, новогодние скины. Неплохо. Праздничные скины. Никита Нита Красный Нос. Санта Майки, помощница Пенни. Так, вот, поехали посмотрим. Бравл Дейс, пират Бравл Дейс. Макс, какой-то новый герой. Поехали посмотрим. 31. Да, есть новый герой. Даже два, вот так вот. Этот скоро появится, а это уже есть. Беа, Беа, Беа. Биа-биа. Звездная сила, мгновенная перезарядка. Один раз мгновенно заряжает основную атаку, если биа промахивается во время суперзаряженной атаки. Ну, это такое. Поехали посмотрим на нее в действии. Что за герой? Пчелками. Ае. За три зарядки. Воу-воу-воу, ничего себе. Делает умение, сейчас почитаем. Нифига себе, сколько целей. Секунды 3. Неплохо. Так, супер урон дрона. Выпускает рой дрона, который замедляет любого противника на пути. Ну, такое, не знаю. Я давненько уже управлял, не дротил. Так, а что у нас второе? Макс, мифический боец. Здоровье 3500, атака от пули 250. Увеличивает скорость передвижения себе и товарищам. Интересно. Поехали посмотрим на него. Чем-то он мне напоминает этого. Заряд неплохой. Так, вот это скилл. Да, вот он бегает быстро. Но вот мне он побольше нравится даже. МБА. Ну, не знаю, такое. Макс Энерджи. Ну, не знаю. Интересно будет посмотреть на него. Такс. Что там, у нас новый фон, да, вот этот. Давайте попробуем открыть большой ящик. Бум. А, это обычный ящик. 206 монеток. Билеты событий, и все. И все. Ну что, попробуем словить. Так, эти не надо открывать. Вытащить нового героя, если нам повезет. Там еще какой-то новый режим вроде добавили. Новое событие, перехват. Новая карта. Кража подарков. Поехали посмотрим, что это за новый режим. Интересно. Ух ты, ух ты, ох ты. Что это сделать? Хватай. Подарки команды противника. Походу его надо как-то схватить. А, да, перенести, видите? Короче, надо вражеские подарки тащить. Ну, такое интересное. Короче, я так понял, у нас никто хватать не будет. Ну понятно, тут у нас слив 1-0. Скорее всего. Да, видите, его надо еще успеть дотащить. Такое.
А можно им кидаться даже, ничего себе. Перехватывать обратно. Ясно. Ну, не знаю. Честно говоря, мне такой режим не особо заходит. Давненько я уже не играл в Бравл. Так, друзья перемещены. Интерфейс, даже новый клуб. Вынесли кнопочку. Ну, в принципе, неплохо. Даже чат отдельный сделали. Так, что у нас еще есть интересного? Захват кристаллов. Наверное, та же самая карта, скорее всего. Немножко другая. Ну, движутся пацаны. Пацаны идут к успеху. Вот это вот правильно. Это не битва замков, блин. Бро, не убивай меня. Я уже даже вот эти кристаллы завоевываю, честно говоря, смотрю на это все как-то дико. Так, ну давай без подвесонов только. Ну, прикольная карта, мне нравится. Да блин, запарили, ну чё вы бегаете здесь, идите их разваливайте. Ну, вроде скилл, второй левел, вроде скилл еще не потерял. Так, окей, с этим разобрались, поехали посмотрим, может вытащим нового героя. Билетики. Ну, приветики, билетики. Кристаллы. Вот знаете, чем мне нравится Бравл? То, что здесь, если получил героя, ты уже там его докачал, ты, у тебя только следующий может выпасть герой. Вот этим мне нравится, а не один и тот же, как в битве замков, например. Здесь игра не построена на донат, здесь игра построена с донатом, но она построена для геймплея, для игры. То есть все себя чувствуют комфортно и удобно, поэтому эта игра интересна для всех. А у нас что, не обнова, блин, то что-то какая-то дичь. Я помню, я в среднем тратил где-то около 200 сундуков на выбивание нового героя. Ну, в принципе, он должен быть в приордере у меня завтра там или когда по доступным.
Нифига не падает. Падла. Сколько мы там уже открыли? Я уже замахался. Ну давай уже. Нифига не дает. 5 билеты. Так обычно и происходит. Сливаешь сундуки, завтра его либо продают, либо он тебе падает. Опять билеты. Эх, не судьба. Не, ну ладно, я все-таки верю, что мы вытащим недостающую имбушку. Сколько? 12? Нифига себе. Мне показалось, наверное. Ставьте плюсики, ребятушки, в комментах, кто играет в Бравл и снимает ли вам видосы по Бравлу. Давненько я уже в него не бегал, не знаю. Это больше тянет к ПК-шным играм, нежели к мобилкам. Ну, блять, вообще не падает. Троллинг. Вообще, прикиньте. Все герои есть на максималке, а этот не падает. Да где ты, блин? Ты что, прикалываетесь, что ли? Хорошо, что в Бравле можно посмотреть просто на героя, как он выглядит. Просто жесть. Просто пиздец. Don't call me honey. Ну давай еще 50. Открывай Бравл боксы. Они тоже решили похерить шансы на выбивание новых героев. Но они хоть их продают. В принципе, за умеренную цену. Нифига, вот смотрите, просто нифига не падает. Давайте попробуем этику открывать. Я обычно их оставляю напоследок. Опять кристаллы. Да вы что, угораете? Жесть. Ну давай, может, с тебя уже выпадет. Плюс 12. Нифига. Нифига не падает. Короче, нафигачили кучу монет, а героя толком и не выбили. Вы случайно не IGG? Опять. Ну это писец какой-то.
Просто какой-то трэш и издевательство над нами. Офигеть. Лучше бы реально подождал и просто докачал бы, пооткрывал Бравл Бокса на силу. И не парился. И последний. Жесть. Просто жесть, ребята. Ну что я могу сказать? Это удача. Так, ну что, давайте купим мегаящик. Плюс 5 билетов. Спасибо. Спасибки. Вы настоящие друзья. 1820 жетонов. Ну, что я могу сказать? Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Будем ждать эту Легу. Всем удачи, всем пока.